Друзья, всем привет! Я Маргарита Соловьева. У меня раннее утро, за окном еще, ну так это, не сильно расцвело, еще даже в комнате вот увидишь, что немножко темно. Но я уже, у меня в одном месте горит мотор, подгорает под одним местом. Я уже вышла в интернет для того, чтобы посмотреть, что у нас произошло нового. И хочу записать вам видео по новостям, то есть что произошло вообще на прошлой неделе у нас интересного и полезного. По понедельникам, а сегодня у нас понедельник, я записываю подобные ролики, где делюсь информацией, показываю, что новенького произошло и так далее и тому подобное. То есть какие выплаты кто получил, в общем, ну вообще какая движуха. Речь сегодня пойдет про суперкопилку. Я здесь инвестирую уже несколько месяцев. Поэтому активно занимаюсь тем, что создаю себе пассивный доход. Активно об этом рассказываю, показываю, потому что разобралась в этой системе. Долгое время, скажу честно, я ее избегала, хотя мне ее предлагали несколько лет. Я о ней знаю с 2013 года, то есть именно с того года, когда она только появилась. Сначала она меня пугала тем, что она молодая, потом она меня пугала тем, что здесь... Оказывается, надо что-то там считать, что-то делать, какие-то графики составлять. Мне это казалось сложным. Я думаю, сложным было потому, что я еще сама была на то время в интернете новичок, чайник. Поэтому многие моменты меня пугали. Мне хотелось, чтобы было намного проще, не сильно заморачиваться и так далее. Но со временем я поняла, что проще это не значит лучше. Походя по интернету, поискав инвестиционные какие-то проекты, я многим отказывала, хотя мне их тоже предлагали, но в один я как-то раз зашла, чтобы проверить, как это все работает. Там меня благополучно кинули на деньги. Я даже несколько дней лежала, просто на диване тупо смотрела в потолок, потому что у меня была дикая депрессия. Поэтому инвестиции я в интернете искала. В интернете я уже работаю, кстати, 9 лет. Все это время я искала подходящие для себя инвестиции, но вот как-то не сложилось у меня с ними, не сложилось. И суперкопилку мне также предлагали много лет, вот с 2013 года буквально до 2019 года мне ее предлагали. То кто-то напишет в личку, то она, информация мне сама попадется где-то на глаза. Я думаю, ага, вот она еще работает, оказывается, ну нормально. И все, а чтобы туда зайти... Ну, как-то у меня мыслей не было. Но в итоге, походя по интернету в поисках нормальных инвестиций, как бы там, где я могла, ну, более-менее надежно к этому относиться, да, чтобы я могла спать спокойно, я ничего так и не нашла, друзья. Вот говорю реально. Очень много в интернете инвестиций, но они все высокорисковые. Поэтому мне не то, чтобы денег жалко потерять, мне жалко время свое потерять. Время. А инвестиции – это такой инструмент, который не приносит быстрого дохода. Надо время и довольно-таки продолжительное для того, чтобы начать получать прибыль с инвестиций. А, соответственно, высокорисковые инвестиции, они ну, на краткосроке только могут дать какой-то профит. Я не готова рисковать вот так очень сильно своим временем и, ну, и деньгами тоже. Чего уж тут, как говорится, скрывать. Мне и денег жалко терять-то. Потому что у меня был негативный опыт, и больше мне такого не хочется. Так что, друзья, сегодня я вам расскажу коротко про суперкопилку, какие новости у нас были на прошлой неделе. Как именно работает суперкопилка, я вам расскажу в следующих видео. И вы можете просто подписаться на мой канал, там у меня есть пояснительные ролики, я рассказываю, как я создаю программы. Поэтому подписывайтесь, жмите на колокольчик и следите за тем, как я все делаю. А лучше присоединяйтесь в наше сообщество, будете так же, как я, создавать себе пассивный доход. Итак, давайте перейдем на сайт, я покажу, как сайт выглядит и какая у нас новая фишка появилась в суперкопилке. Очень интересно. Итак, вот это сайт суперкопилки, главная страница. Пройдя по ссылке под моим видео, там есть ссылка на суперкопилку, вы попадете на вот эту страничку. Крутите ленту, читайте, что такое суперкопилка, что она предлагает и как вы можете здесь накапливать, приумножать и сохранять свои деньги. То есть суперкопилка, она сама за себя говорит. Вы здесь копите, накапливаете. А супер, потому что суперкопилка вам дарит процент
Вы не просто как дома у себя в глиняной свинке где-то копите, да, или там под матрасом, к примеру, да, 1000 положили, через год 1000 вытащили. А здесь вы, если 1000 заводите в суперкопилку, через год у вас сумма будет гораздо выше, чем просто дома под матрасом. Поэтому суперкопилка работает уже 8 лет, стабильно платит, люди здесь стабильно выходят на пассивный доход, в принципе, все довольны. Меня вот, я говорю еще раз, система эта пугала, но как только я в ней разобралась и поняла, как это все работает, я просто увидела, ну, такой шикарный инструмент, друзья, который нужен каждому человеку, который задумывается о том, чтобы создавать себе финансовую подушку безопасности. Пользуйтесь. Итак, крутите ленту, читайте, что суперкопилка из себя представляет, что она вообще предлагает. Здесь рассказывается про программы, которые можно создавать и с помощью этих программ сохранять и приумножать. Дальше рассказывается про партнерскую программу, то есть это для тех людей, которые не могут молча, да, работать и там что-то себе создавать. Им обязательно надо поделиться этой информацией. Вот я такая, мне нужно обязательно открыть рот и кому-то что-то обязательно рассказать. Мне вот не терпится просто. Поэтому мне вот эта партнерская программа, она мне очень, как говорится, ну, хорошо подходит, потому что за то, что я открываю рот, суперкопилка мне начисляет еще дополнительные партнерские вознаграждения. Круто, почему бы и нет? То есть к моему пассивному доходу, который я получаю, мне еще суперкопилка платит партнерские вознаграждения. Ну, мне это очень нравится. Поэтому, если вы не можете молча зарабатывать, вы можете использовать партнерскую программу. Почему люди выбирают суперкопилку? Потому что это доступно любому человеку. Здесь нет каких-то ограничений по финансам. То есть здесь нет такого, что заходишь только на 100 долларов и ни центом меньше. Нет, здесь такого нет. Человек заходит в суперкопилку ровно на те деньги, которые у него на данный момент есть. Просто эти деньги будут распределены на программы, и он уже с этих первых денег начнет получать доход. Да, первое время, возможно, это будет низкий доход, ничего страшного. По нарастающей у вас все будет дальше дополняться. Поэтому стартовать вы можете с любого доступного входа. Но как и везде в каждом уважающем себя проекте, здесь есть бонусные программы для участников, которые сюда приходят. Как только вы просто регистрируетесь бесплатно по ссылке по моей, вы сразу получаете 10 долларов в подарок. Суперкопилка вам их подарит. Вы можете эти 10 долларов проинвестировать в программы, и уже через неделю вы можете вывести с прибылью эти деньги. Для этого вам надо будет пройти верификацию. И, пожалуйста, вы можете через неделю вывести эти деньги бонусные. Но я думаю, что это вам погода не сделает, никак на вашу жизнь не повлияет, если вы получили эти 10 бонусных долларов и там через неделю вывели 11 там, или 12. Погода они вам не сделают, на жизнь вашу никак не повлияют. Я вам рекомендую сюда заходить как участник, чтобы выстраивать себе пассивный доход. Выстроив пассивный доход, вы будете уже на чистом пассиве из интернета от суперкопилки получать деньги, на которые вы будете покупать себе то или иное. То есть оплачивать, может быть, какие-то платежи, делать покупки и так далее. И все это на пассивный доход. А со мной вы можете контактировать, потому что я такой же участник, как и вы. И мы с вами вместе будем общаться, я вам буду рассказывать, показывать первые какие-то нюансы по кабинету. И все, и вы можете также делать, как и я, и как другие наши участники, выстраивать себе пассивный доход. Поэтому вход сюда, в суперкопилку, доступный. Вы можете зайти сюда с любых абсолютно денег. А дальше вы будете уже развиваться по нарастающей. Здесь еще много написано всего, почему люди выбирают суперкопилку, поэтому вы заходите на сайт по ссылке под этим видео и читайте. Короче говоря, друзья, тема очень интересная. Но сейчас я вам хочу все-таки показать, какая у нас запустилась новая фишка на прошлой неделе. Итак, давайте зайдем в мой личный кабинет, я вам покажу. Итак, друзья, смотрите, у нас на прошлой неделе запустился новый инструмент для активных людей, для тех, которые занимаются приглашениями в суперкопилку, привлечением новых участников и так далее. То есть это в дополнение к партнерской программе. Здесь есть партнерская программа, когда суперкопилка, как я уже сказала,
начисляет бонусы за то, что мы активничаем и открываем рот, рассказываем о суперкопилке. Помимо партнерской программы запустили новый инструмент для активных людей. И сейчас я вам о нем расскажу. Вот здесь вы видите, новый конкурс у нас запустился как раз на базе этого нового инструмента. И мы сейчас посмотрим. Каждый участник может спокойно принять участие в этом конкурсе и получить дополнительные бонусы. Конкурс приурочен к запуску нового инструмента, который называется «Матричный бонус». Суперкопилка запустила новую игру под названием «Матричный бонус», которая позволяет каждому приглашающему партнеру получать в дополнение к бонусам по партнерской программе плюс 10 тет за каждого третьего приглашенного. То есть вот такой вот запустился новый инструмент. Помимо тех начислений по партнерской программе, каждый активный человек за третьего приглашенного будет получать еще дополнительно 10 тет. А 10 тет, друзья, это 10 долларов. Под этим видео я оставлю ссылку на страничку, куда вы можете также зайти, вот сюда, и почитать более подробно, что такое матричный бонус. Как, допустим, вы могли бы здесь получать дополнительный доход, если бы вы уже являлись участником суперкопилки. Играй и получай дополнительный доход. Игра дарит удовольствие, помогает превзойти самих себя, раскрывает наши творческие возможности и поднимает настроение. И вот в суперкопилке запустилась вот такая новая игра, которая называется «Матричный бонус». Как я уже сказала, это дополнительный бонус к партнерской программе, по которой мы уже получаем начисления. Здесь же в матричном бонусе за каждого третьего приглашенного будет еще начисляться по 10 тет. Круто! И эти 10 тет можно спокойно отправить на создание программ, тем самым увеличив и ускорив свой пассивный доход. Матрица выглядит вот таким образом. То есть это вот такая вот форма, в которой есть три ячейки, куда будут попадать новые участники, которые сделали первый взнос от 20 долларов. Они будут занимать место, и как только встает здесь третий человек, суперкопилка будет начислять 10 долларов на баланс. Еще раз скажу, что ссылка на эту страницу по матричному бонусу будет под этим видео. Заходите, смотрите. Регистрируйтесь, получайте подарок 10 долларов. Я вам скажу, как их проинвестировать правильно. Если вы захотите с нами вместе строить пассивный доход, я вам расскажу, как вы еще можете получить 20 подарочных бонусов сверху, которые также можете запустить в работу и которые вам принесут доход. Друзья, суперкопилка – это такой нескончаемый источник дохода, который постоянно вам будет генерировать новые деньги. Самое главное попасть на эту территорию, стать участником этого сообщества. И вы сами увидите, что суперкопилка вам будет постоянно генерировать новые деньги. Вам просто надо будет запустить этот инструмент, раскачать его, и потом он как паровоз, который несется с горы, его уже будет просто не остановить. Вы просто его раскачаете, этот инструмент, и все. И он понесется с горы, как снежный ком, увеличиваться ваш доход. Ваша задача просто разобраться в проекте, в инструменте, в этой технологии, как она работает, выбрать для себя самый удобный подходящий вариант и все. И начать здесь строить себе пассивный доход. Поэтому, друзья, вот такие у нас новости на прошлой неделе были. Ну, помимо тех, конечно, доходов, которые я лично получила по своему графику выплат. Ну и плюс то, что у нас запустился вот такой инструмент для активных людей, которые открывают рот и рассказывают о суперкопилке. Я его обязательно буду применять. Смотрите следующее мое видео. Я там обязательно запишу, как запустить эту матрицу, как ее активировать, как она вообще работает. Присоединяйтесь в наше сообщество. Ссылка есть под этим. Поэтому, друзья, всем вам желаю добра, здоровья, процветания, благополучия. Пускай ваши мечты все сбываются. В самое ближайшее время. Меня зовут Маргарита Соловьева. Я активный участник суперкопилки. Рекомендую и вам становиться таким же участником, как я. Всем пока!